Всем привет, меня зовут Анюта, и я снова рада вас видеть на канале Анюта Плей. Сегодня мы продолжаем открывать самодельные бумажные сюрпризы. И сегодня у нас вот такая новиночка. Попугай Джек. Вот такой веселый попугай. Также мы продолжим угадывать страну, жарить тостики, закончим коллекцию Лёва, к сожалению, и откроем пакетики лета. Начнем это видео с коллекции лета. Давайте выберем два пакетика, вот этот и вот этот. Но перед тем, как их открыть, хочу сказать спасибо всем, кто подписывается на мой канал и ставит лайки. Ну а если ты этого еще не сделал, то можешь сделать это прямо сейчас, и тогда ты точно не пропустишь новые видео. И первый пакетик давайте откроем с корабликом. И это корзинка для пикничка. В ней находятся батоны, бананы, какие-то бутылочки с соком и цветочки. И лето – это самое лучшее время для того, чтобы ходить на природу и устраивать пикнички. Давайте откроем наш каталог. И самая первая коллекция как раз лето. Давайте вот сюда приклеим эту корзиночку. Вот такая корзиночка появилась у нас в коллекции лета. И на следующем пакетике нарисован вот такой воздушный змей. И посмотрите, здесь еще чайки летают. Давайте посмотрим, что же внутри. А здесь пальмы, между которыми натянут гамак. И на нем, наверное, так классно расслабляться, возможно, где-нибудь на берегу океана. Значит, лето – это время для того, чтобы расслабиться. И давайте приклеим этот гамачок с пальмами вот сюда. Это была коллекция лета, а дальше у нас Лёва. Давайте закончим эту коллекцию. И вот наши последние два пакетика с Лёвой. Давайте первый откроем, где Лёва обнимает большое сердечко. А внутри, посмотрите, у Лёвы, похоже, день рождения, и на нем почему-то два колпачка. Он надел их на свои ушки. Лёва держит в руке вот такой бубен. А также во рту у него вот такая свистулька для праздников. И у него номер 3. Вот такой веселый Лёва. И у нас остался последний Лёва вот в этом пакетике. И мне так нравится Лёва на этом пакетике. Он такой счастливый и милый. А здесь Лёва кушает попкорн. И при этом он сидит на облачке. Посмотрите, как это прикольно смотрится. И у него номер 6. Последнее, шестое сердечко. И вот мы закончили коллекцию Лёва. Давайте еще раз посмотрим на эти сюрпризики. У нас есть Лёва-король. Вот такой милый Лёва, который говорит мяв, а также Лёва-звезда. Еще у нас есть Лёва-волшебник. Вот такой Лёва, который выплевывает клубничную газировку. И Лёва с сердечками. Мне так нравится эта коллекция. И Лёва очень-очень милый и веселый. А следующую коллекцию давайте откроем новиночку. Попугай Джек. И посмотрите, как прикольно оформлена эта страничка. Возле каждой циферки попугай Джек потерял перышко. Вот они, наши пакетики из этой коллекции. Вот они какие прикольные, посмотрите. Тут сокровище возле пальмы и акула плавает. А это Джек очень-очень испугался. Посмотрите, какой у него рот и глаза. И давайте откроем два пакетика сегодня. Вот этот с мечами
И давайте вот этот. Тут даже самого попугая Джека не видно, потому что он смотрит в подзорную трубу, один только его глаз виден. И первый давайте его и откроем. А здесь, посмотрите, попугай Джек отправляет вам воздушный поцелуйчик. На нем одета вот такая пиратская шляпа и летает сердечко. И у этого попугайчика номер один. И вот он, самое первое перышко. И следующий пакетик с мячами. Давайте откроем этот пакетик. А здесь Джек нашел сокровище в сундучке. Посмотрите, как он радуется. Это, наверное, то сокровище, которое лежало под этой пальмой. Вот тут сколько золота. И у него номер 6. Вот он, даже переворачивать не надо. Вот такая у нас новая коллекция с зеленым попугайчиком-пиратом. Продолжим ее собирать в следующем видео, а сейчас коллекция путешествия. Давайте будем дальше угадывать нашу страну. Вот в прошлом видео мы нашли зонтик и яичницу. И откроем сегодня еще два пакетика. Первый пакетик откроем вот этот по оранжевой стрелочке. А здесь футбольный мячик. Самый обычный футбольный мяч. Но этот футбольный мяч имеет отношение к этой стране. И вот, кстати, его место. Давайте приклеим этот футбольный мячик. И следующий пакетик. И здесь вот такая черная машина. И судя по вот этой шашечке, это такси. И посмотрите, какой она интересной формы. И похоже, вот место для этой машины. Вернее, для такси. Приклеим. Итак, у нас есть зонтик, футбольный мячик, яичница с беконом и черное такси. Продолжим собирать коллекцию путешествия в следующем видео. А сейчас коллекция тостик. Вот она. И вот наши пакетики. У нас осталось 4 пакетика. Давайте сегодня откроем вот этот и вот этот. Первый пакетик откроем вот этот. Тостик с сосиской. Ой, посмотрите, тостик обиделся. Интересно, на кого? Может быть, его забыли помазать джемом? Он так обиженно скрестил свои ручки. Посмотрите, какой у него взгляд. И у него номер 8. Посмотрите, на этой страничке все тостики какие-то несчастные. Этот обиженный, этот попал на сковородку, этот вообще уже несъедобный, а этот решил проколоть себя вилкой. Ну а теперь давайте посмотрим, что за тостик в этом пакетике с нутеллой. А это вот такой вкусненький и миленький тостик с сердечком. Только он намазан не нутеллой, а каким-то, наверное, клубничным джемом. И, наверное, это очень-очень вкусный тостик. И он такой милый. Может, он попадет к нам на страничку к несчастным тостикам и развеселит их? Давайте посмотрим. А это как раз номер 12. И да, он правда попадает на эту страничку, значит, на этой страничке не все так уж и плохо будет. Здесь появился один веселый вкусный тостик. И продолжим собирать тостики в следующем видео. А это вкусный тостик с нутеллой. Ну и это были все сюрпризы на сегодня. Надеюсь, вам понравилось. И спасибо всем за лайки, подписочку и колокольчик. С вами была Анюта. Пока-пока. До встречи в новых видео. Пока.